Дэвид Джозеф. Ну и под восьмым номером Драгон Апич. Все готово к началу матча. Поехали. Уникс и Зеленогура. И первая атака будет за хозяева. Вроде бы не полностью забита, далеко не полностью забита арена, но мы очень отчетливо слышим, как поддерживают команду. Смотрите, как серьезно сейчас отнеслись к выводу мяча из-за боковой. Ненадич поменял своего партнера и комбинацию определенно они заказали. Без фола. Здесь есть возможность убежать быстро. Отрыв Марио Хизония тут же забивает. Супер Марио в отличной форме. Джозеф с отклонением. И это туда. 2-2. Очень непростой бросок. Лоренцо Браун тоже под кольцо, но мимо. Джозеф удачно отбился и был контакт между игроками, но на Апича. Апич своей любимой рабочей левой сначала выловил мяч, а потом забил. Хозяева выходят вперед. Зеленогора 4-2 ведет. Андрей Воронцевич наверху. Брентли закружили комбинацию. Игроки Уникса и на Брентли. Классная передача от Хизонии. Или это был Браун? Что-то показывали на Брауна, но мне показалось, что мяч на Брентли забил. Ненадич наверху, против него Браун, и это всегда опасно. Ненадич разбирается. Отодвинул Брауна корпусом и с одной ноги от щита. Довольно непростой мяч забил. Очень уверенно. 6-4. Браун на Воронцевича. Брентли возвращает Брауну. Лоренцо Браун и Джон Браун. Кого мяч ушел? Это потеря для Уникса. Все-таки дома играть, конечно, гораздо проще эмоционально, в первую очередь, поддержка заряжает хозяев. И посмотрите, как уверенно они действуют. Ненадич прорывается, тут же Апич заталкивает этот мяч. Выловил грудью. А потом все-таки левый забил. Хизоня до конца пойдет, не сомневайтесь в этом, но не забивает. А здесь Браун и Браун столкнулись. Мяч у них сохраняет. Хизония из-за дуги. Опять не точно. Два раза подряд Майя. Майя смазал. Джозеф. На Апича. Апич еще дальше. Суматоха сейчас в трехсекундной зоне Уникса. Но хозяева сохранили. Ненадич попытался представить, что будет бросать. Против Брауна этот проход. И находит Апича. Апич со средней забивает. И это тревожит главного тренера Уникса Велимира Пирасовича. Время для разговора со своей командой. Уж слишком уверенно действует соперник. Надо с этим что-то делать. И я думаю, что сейчас хорватский специалист найдет слова. Не очень, может быть, замысловато и какие-то сложные комбинации хозяева придумают, но это работа. Эмоционально Велимир Пирасович. Нужно зарядить команду, пока Уникс выглядит немножечко расслабленно. Может быть, не забили свои броски из-под кольца и в защите дали, наверное, очень легкие мячи. Забить это вот Джим Мэйо. У меня была информация, что в Польшу он не полетит, но оказалось, что полетел, но играть не будет. Джим Мэйо с командой, смотрите. Я помню очень классные моменты, когда Уилл Клайберт восстанавливался от травмы и
не летал, естественно, с командой. У него были процедуры дома, и на одну из игр, или даже на две, он просто покупал билеты сам и прилетал регулярным рейсом, и находил команду на арене, и такой эмоционально очень правильный, классный заряд давал своим партнерам, говоря, что нет, ребята, я с вами, хоть и не могу помочь, поэтому это очень здорово. В атаке Уникс показательная атака будет с точки зрения тренерской мысли, на то, как реагируют. Очень долго Браун сейчас мячом, получает заслон Воронцевич. Браун с отклонением левой, это вряд ли тот бросок, который придумал Велимир Пирасович. По-прежнему 4 набранных очка всего у Уникса за 3,5 минуты. Зисковский против Хизони. Не удалось забить. И не удалось подобрать. Это передача такая полуавантюрная, но Брентли ее выловил, а Ненавич сфалил. Нет еще проблем ни у одной, ни у другой команды с фалами, но... Еще только первая половина стартовой четверти. Джон Браун. Он играет пик-н-ролл с Лоренцо Брауном. Еще один наброс. Очень много неточных мячей. И Брентли срывает атаку с фоля на Ненавича. Дмитрий Узинский на паркете. И как раз Велимир Пирасович отряжает его защищаться против Недовича. Это будет персональная опека. Дмитрий специалист по игре с лидерами. Пытается залезть под кожу. Зисковский. Это его дальняя попытка. И пока не точно. Есть! Первый трехочковый в матче. И забивает его Уникс. Очень важно с точки зрения эмоций. Нужно проснуться казанцам. Ненавич со средней. Это, наверное, был такой поспешный бросок. С сопротивлением торопился. Браун. Заходит внутрь и подвешивает мяч. Несмотря на подстраховку, не увидел там Драгана Апича и забил с его сопротивлением. Ненавич против Узинского идет. И здесь Браун страхует, да еще как. Марио Хизони колотит сверху. Каков же Браун, перехвативший мяч. Марио Хизони, конечно, супер молодец. Сделал все красиво. Но давайте еще раз, если нам покажут момент, насладимся классной игрой в защите от Джона Брауна, который 7 перехватов сделал в матче против Барселоны. И сегодня очень полезно действует. Все-таки есть такие вещи, которые в статистический протокол просто не заносятся. Но вот как занести протокол подстраховки, которая имела место быть вот в последней атаке. Смотрим мы на трехочковый Андрей Воронцевич. Единственный пока в матче. Ну и другие классные моменты. Например, Драган Апич со средней. Это его бросок, он умеет это забивать. И вот еще один момент Лоренцо Брауна. Это последний данк Марио Хизони. От души вложился. До этого была серия промахов от Супер Марио, как его называют в простонародье. И можно сказать, что это уже подготовка к Slam Dunk контесту, на котором Марио будет участвовать. Так вот, продолжая мысль о Джоне Брауне, он... помог Дмитрию Узинскому, очень затруднил бросок оппонента, а потом подобрал мяч и отправил Марио Хизони в быстрый отрыв.
здесь фактически все сделал для того, чтобы партнер набрал очки. И посмотрите, как высоко встречает Дмитрий Узинский Недовича. Буквально к центру площадки отходит. И снова здесь Джон Браун. Как же быстро он перемещается. И это ведь не только дело скорости, а еще и понимание той самой игры. Он знает, куда пойдет соперник, знает, куда встать. И знает, как перехватить мяч, знает, как остановить оппонента. Второй фол для Уникса. Пока проблем нет ни у одной из команд. Воронцевич против Ярослава Зисковский. И Зисковский совершает пробежку. В атаке Уникс под таким небольшим давлением Лоренцо Браун находится, но при этом спокойно заказывает комбинацию. Дмитрий Узинский. Марио Хизонье на Брауна. Тот не стал бросать сразу со степбэком. Нет, точно. И Андрей Воронцевич был близок там, чтобы перехватить. Зисковский с дальней дистанции не точно. Марио Хизонье. Что будет делать Марио? Был контакт, но Марио Хизонье развернулся и как будто бы не заметил его. Левой рукой элегантно переводит мяч в кольцо. 13-10, уже плюс 3 у Уникса. Хороший рывок. 9-0. Это фол. Лоренцо Браун сфалил. Не смог выбить. И нарушил правила. Крыжемислав Жолнеревич на линию штрафного сейчас встанет и два штрафных пробьет. А Зе Кеннон впервые в матче появляется. Вот Джарл Брентли не впервые. Он уже с первой минуты отбегал, передохнул и вернулся в игру. Слишком сильно. Очень фактурный игрок. Видимо, не проходит мимо тренажерного зала. Баскетбол в последние годы становится все более и более таким мускулистым, атлетичным. Лоренцо Браун снова один в один. Выводит мяч в зону атаки. Много движения. Кеннон получает мяч. И ошибается в передаче на Джона Брауна. Здесь фол определяют Брентли на Апича за задержку. Да, Апич... Фол, наверное, не пробивной, а вот не сказали мы о том, что Тони Мейер на паркете появился по 21 номерам. Еще один большой зеленогуры. И Дэвид Брэмбли под 6 номером. Это 2 очка будет. Энди Мазурчак под номером 2. Он тоже на паркете появился совсем недавно и первые очки в матче набирает. Джон Браун, от него соперники отлетают. Апич, молодец какой, сидя на паркете, подбор забрал. И в атаку своих парней погнал. Мазурчак, против него Браун. На Апича заброс. Смотрите, умудрился забить мяч уже после добивания. Защита не будет. Но 2 броска пробьет.
Драгон Апич. Вячеслав Зайцев заменяет Джона Брауна. Интересная замена. Не по позиции сейчас. Защитника вместо форварда выпускает. А, ну это не прямая замена. Здесь еще и по 23-м номерам Тони Джекири появился. Поэтому... Ну, все нормально. Вот он потрогал мяч. Так, большой обряд совершил. Напомню, был рывок Уникса до этого, а сейчас 5-0 рывок выдает Зеленогура. Поэтому такая игра рывков, как любит говорить Димитрис Итудис, описывая баскетбольные матчи. Был еще фол, и вообще есть еще несколько фолов в запасе непробивных у хозяев, поэтому... Вот так можно пользоваться и пытаться обострить. Кэнн. Очень издали Айзе. И не точно переднюю дужку приходится бросок. Велимир Пирасович, так опустив руки, провожал следом своего защитника. Он, наверное, ожидал чего-то более целостного, логичного и не дождался этого. Апич и правой рукой может бросить. Сейчас такой мини-тайм-аут проводит Оливер Видин. Брэмбли на линии штрафных. Дело в том, что все фолы уже пробиваются у гостей. Брэмбли первый забивает. Ну и рывок Зеленогуры продолжается. И вот достигает уже 7 очков. 7-0. Самое главное, что Зеленогура отбивается в защите. Выдерживает напор, выдерживает скорости. Кэнон, например, вообще ничего не дали сделать. И Кэнон, Джекири... Тоже тяжелый бросок сейчас выполнял 23-й номер Уникса. Сулима против Фудинского. Есть преимущество в массе. Вот сетка баскетбола помешала сейчас прямой передаче. Со средней есть второе попадание для Энди Мазурщак. Забивает Брэмбли. Кэнон. Его очередная попытка со средней. Все-таки Уник забивает. 9-0. Не рывок пропустили. И первые очки после этого рывка забивают. Есть еще одна трехочковая. Тони Мейер увеличивает преимущество своей команды. Брентли не забивает трехочковый, свободный. Рядом не было никого. Его абсолютно одного оставили на дуге. И нужно было бросать, но мяч в кольцо не попал. Плюс 7 у хозяев и 28 секунд еще играть в первой четверти. Зайцев... Брентли не забивает. 18 секунд, не будет торопиться сейчас Ненадич. Он будет убивать время для того, чтобы не оставить его на атаку соперника. 7 секунд остается. Против Айзея Кэннона будет 1 в 1 обострять. Очень издалека.
И не точно на переднюю дужку. Мяч пришелся, поднимает руку. Внимание. Беря ответственность за это решение. Первая четверть остается за хозяевами. 22-15. Смотрим на лучшие моменты матча. Ну и, конечно, Драган Апичку. Даже без него у него 8 очков только за первую четверть. Внимание, Ненадич через Джона Брауна. Это красиво и это результативно. Андрей Воронцевич также отметился в первой четверти. А вот Апич, ну что, все 8 очков его нам покажут. Лоренцо Браун. Очень здорово со скамейки вышел Энди Мазурчак. Под вторым номером его бросок мы видели до этого данка в исполнении Марио Хизони. Ну и Мейер тоже издали умеет забивать. Если смотреть на статистику, то, как я уже сказал, самым результативным игроком в составе обеих команд сейчас является Драган Апич. У него 8 и 6 очков у Марио Хизони из Уникса. Он самый результативный составник своей команды. Драган Апич 4 подбора еще собрал и в эффективности 12 уже имеет. Мазурчак 4 очка и Тони Мейер 3. Пока не идет из-за дуги всего лишь у гостей. Один из 6 бросков Уникс реализовал. Кеннон загружает вниз на Хизони. Хизони какие-то претензии еще по поводу мяча предъявляет. Кеннон не забивает из-за дуги. Но вот есть еще один шанс. Играет с ним пик-н-ролл. А Кеннон в проход идет. И Хизони не смог добавить. Только так приходится действовать Джону Брауну. Он срывает атаку, быструю атаку хозяев. Посмотрите, как хозяева классно действуют в защите. Все у них в порядке с точки зрения физики. Успевают перемещаться и раз за разом не забивают вроде бы из своих положений игроки Уникса. Вот и Кеннон сейчас в проходе не забил. Марио Хизони не смог добавить. И есть какой-то диалог между Марио Хизони и Оливером Виденом. Но вроде бы все в рамках приличия, без грубости. Обычное общение, а здесь фол нападения. Сулима получает фол. Показывает судьям, что он боролся, но это было за крайние правила, считают арбитры. Вячеслав Зайцев. А некому отдать. Посмотрите, как здорово игроки Зеленогоры действуют в защите. Кеннон в лицевую линию. Джекири выловил. Выловил этот мяч. Это было непросто. А потом разобрался, что делать с двумя защитниками, и мяч переложил. Ненадич получает от Мейера обратную передачу. И какая же плотная борьба в трехсекундной зоне. Мейер. Опять через Джона Брауна. Айзея Кеннон. И зоне проскользнул. Идет в проход. Это фол. И два засчитано. Марио Хизони. 2+1. Бонусный штрафной сейчас будет пробивать. Через
очень хорошо мы слышим, как Семен Авинов сказал, что мяч один. Раз он будет исполнять Марио Хизоне. 3 очка в одной атаке. Марио Хизоне ищет свою игру. Смотрите, в защите здорово отрабатывает. Минус 4 у Уникса. Фол нападений. Еще один. Недовольные сейчас трибуны и Сулима второй фол нападения получает. Смотрим мы. Ну, видели вы момент с нарушением. В принципе, видели все арбитры, все было как раз четко видно, и никаких сомнений у них не было, что это нарушение правил. Вячеслав Зайцев переводит мяч в зону нападения. Джон Браун на Вячеслава Зайцева. Зайцев из-за дуги. Пока казанцы пристреляться к кольцу не могут. Ненадич против него. Джекири. Есть преимущество в подвижности. Ненадич со степбэка трехочковый запускает и забивает. А Вячеслав Зайцев не ждал, что его будут атаковать, и мяч потерял. Ненадич забивает и заставляет болельщиков вскакивать со своих мест. 29-20. Зеленогура устремляется в отрыв. Вячеслав Зайцев забивает в стиле Марио Хизони и на линию штрафных встанет. Такая веселая игра в последние минуты развернулась. Начали забивать и те, и другие. Да, есть ошибки, есть фолы, но при этом счет увеличивается. А что зрителям важно? Вячеслав не забивает. Бонусный штрафной. 29-22. Минус 7. Сейчас Зайцеву против Апича приходится защищаться, но подстраховка в виде Айзея Кеннона вовремя приходит на помощь. Лоренцо Браун появляется под четвертым номером вместо Вячеслава Зайцева как раз. Здесь накрывает Лоренцо Браун. Хизоне будет один в один обыгрывать, забивает, но нет. Фол нападения, Брентли. Прошу прощения, Брэмли, конечно же. Брэмли в другой команде играет, в противоположной. Подставился, и мяч не только не засчитан, но еще и персональное замечание Марио Хизони. Арбитры выписали. Идеальная защита для шестого номера, для всей команды Зеленогура. Классная передача за спиной. И вообще, очень здравая атака, классное движение. Зеленогура совсем другой баскетбол после Нового года играет. Зисковский понимал, что за плоскостью щита находится, но опыта хватило для того, чтобы правильно оценить обстановку, найти контакт и на линию штрафных себя поставить. А дальше дело... Дело за малым. Главное забить два штрафных. С чем Ярослав исправился? 31-22. Разница-то, смотрите, 9 очков по-прежнему держится. Казалось бы, всего одна победа в сезоне у Зеленогуры. И
на первом месте идет Уникс, да и в Евролиге здорово играет. И, наверное, легкой прогулкой могла бы казаться эта игра для казанцев. Но при этом хозяева, польский клуб, очень здорово первую половину проводит. Марио Хизони один, но не попадает. Зисковский забирает дальний отскок. Брентли забивает и бежит на скамейку, потому что есть возможность отдохнуть и поговорить с тренером. Велимир Пирасович берет тайм-аут. Нам этот бросок Дэвида Брэмбли еще раз покажут. Очень динамичная, быстрая атака получилась у хозяев. Где Ярослав Зисковский сначала мяч подобрал, а потом партнеру отдал. Но нам показывают вообще лучшие моменты второй четверти. Джекири, Марио Хизони в проходе. 2 плюс 1. Здесь он забил и штрафной бонус. Ненадич. И вот та самая последняя атака, где Дэвид Брэмбли через Марио Хизонию не побоялся лететь. Марио Хизония пытался подставляться, но не получилось сделать так же, как сделал это его оппонент атаками ранее. Посмотрите, довольно довольные лица у польских болельщиков. Команда их явно радует. И видим мы такие характерные синяки у Марио Хизони. Это своего рода терапия, потому что все знают, как ставят банки, да? Народная медицина. Вот примерно такая же штука для того, чтобы какие-то болевые ощущения убирать с мышц. Дмитрий Узинский придумывает сложный бросок. Забивает. Да, так незаметно, тихонечко разница стала двузначной. 33-22. И Драган Апич уже в трехсекундной зоне заходит на свой полукрюк и забивает. Дали получить Апичу, а там уже пиши пропало. Браун. Даже Браун не забивает. Да, совсем не ладится с бросками издали у гостей. Что-то в районе 10%. И один из 10 или один из 9 уже в этом матче. И здесь остается уповать на другие компоненты. В частности, вот, например, на подбор в нападении. Вот Марио Хизони сейчас пошел, был активен и подбор забрал. А Джон Браун еще один подбор забрал, но не забил из-под кольца. Джозеф на Ненадича. Апич против Узинского и снова левая рука была в листах тому, чтобы забить, но Марио Хизоня прямо из кольца мяч вытолкал. Андрей Воронцевич находит Дмитрия Узинского. Тот на Хизонию. Перевисел и снова забил. Неужели Марио Хизоня только так умеет забивать? Свободное не забиваем, но с фолом, пожалуйста. Мини-рабочее совещание проводит, причем непонятно, кто его был организатор, то ли Андрей Воронцевич, то ли Дмитрий Узинский. Что-то быстро разобрали и отправили Марио Хизонию исполнять бонусный штрафной. Он его забил. Снова разница вернулась к 9 очкам. Вот так она и держится на протяжении уже долгого времени. Ненадич. Он много с мячом играет. Со средней через Узинского попадает. Надо сказать, что очень тяжелые порой броски забивают хозяева. Воронцевич находит Хизони. Хизони уже бросать не стал. Находит Воронцевича. Он-то попадал сегодня единственный издали. Но вот со средней
Сейчас промахнулся. От кольца до кольца. Прижемислав Жолнеревич забивает еще 2 очка для своей команды. 4 минуты во второй четверти остается. Лоренцо Браун такой на велосипеде. Объехал. Много обманных движений. Очень элегантно и красиво. 39-28 плюс 11 для Зеленогуры. Недич левой рукой не забил. А вот здесь левой рукой Драгонавич забивает. Зеленогура, это точно ты? Дело в том, что комментировал я уже не один матч Зеленогуры в этом сезоне. И такой прыти. И на протяжении столького времени в матче я не видел. Бывало, что несколько минут. Этот мяч уже будет засчитан, потому что коснулся щита. Так вот, хватало Зеленогуру на какие-то отрезки, может быть, и потом команда проседала физически, а сейчас выглядит очень и очень внушительно. Я думаю, что это удивление и для казанского Уникса. Плюс 15 для Зеленогуры во второй четверти. 3-18 играть. И ведь даже пока не видно, за счет чего гости могут прибавить. Мало чего получается. У них Айзек Кеннон уже несколько раз издали промазал. Идет в проход. Его накрывают. И посмотрите, как же самоотверженно Неманя Ненадич играет. Он какую-то даже травму сейчас получил, буквально нырнув за мячом. Вот это самоотверженность. Пока приводят площадку в порядок, есть возможность у тренера пообщаться лично. Оливер Видин что-то объяснил Тони Мейеру. Тот такой серьезный рывочек совершил на другую половину площадки. Ну и обратно также быстро вернулся. Уникс в атаке. Марио Хизоне с отклонением не забивает. Ненадич. Дальше на Джозеф. Джозеф против Джекири. Попадает. Это будет 2 очка. Но эти 2 очка в корзине. Браун забивает. Но нет, мяч слетает. С дужки кольца. Зисковский. Его 3-очковая попытка. На подборе снова игроки Зеленогури. Есть мяч в кольце. И Тони Мейер не самый красивый мяч в своей жизни, наверное, забил. Но разница. Разница до 19 очков уже увеличивается. Зеленогура останавливаться не собирается. Айзея Кеннон забивает. Наконец-то Айзея Кеннон. Это всего лишь второй трехочковый бросок для... Точный трехочковый бросок для Уникса. Зисковский получает мяч. Ненадич. Обратно на Зисковский. Тот подвешивает мяч. И... То ли Мейер его задел, то ли он сам уже провалился, но... Сейчас арбитры в этом уже разберутся. Все-таки это уже дело второе или третье. Главное, что мяч в кольце. 49-31 плюс 18 у Зеленогуры за 1,5 минуты до конца первой половины.
В атаке Уникс. Айзея Кеннон возвращает Лоренцо Брауну мяч. И тот заказывает комбинацию. Джон Браун появился на паркете. Лоренцо Браун на Джекири. Тот под кольцом и снова не забивает. И все-таки вот так, с трудом, Уникс очки набирает. Ну как же Джекири до этого не забил? Что-то фантастическое творится с игроками казанской команды. Зисковский. Нет, ну магия все-таки, наверное, заканчивается иногда. Зе Кеннон 2 плюс 1. Ударили третьего номера казанской команды по рукам, а тот сверху. Мог бы, наверное, забить, но не понес и перевисел в воздухе Ненадича. Хотя, может быть, и не по рукам, а в корпус попало. И это повод для того, чтобы тайм-аут взять. Напомню о том, что каждому тренеру по два тайм-аута в первой половине дается. Три тайм-аута на вторую половину. И смотрим мы лучшие моменты второй четверти. Марио Хизония 13 очков уже настрелял. 5,7 у него со средней и 0,2. Все два броска промахнулся из-за дуги. Ненадич 9 очков. И Драган Апич 12 очков, 7 подборов. Так уверенно идет на дабл-дабл, причем с хорошими цифрами. Айзея Кеннон со штрафного попадает. ...45 секунд остается играть. Ненадич с мячом. Получает обратно. Он целый круг пробежал. Это фол Айзея Кеннону. Вся скамейка просит неспортивный. Сейчас арбитры, наверное, будут совещаться. Но Тони Мэйр, каков же красавец. Он понял, что очень плотно держит его партнеров. И открылся, и показал, что будет сразу бросать. Вылетел Марио Хизонья. И потом путь к кольцу оставался свободным. Он дождался, когда Марио Хизонья начнет приземляться. Выпрыгнул, но рядом была Айзея Кеннон и сфалил. Арбитры, похоже, будут смотреть этот эпизод. И, судя по всему, все может закончиться неспортивным для Айзея Кеннона. Если арбитры посчитают, что не очень-то хотел сыграть в мяч, тогда это будет не просто два штрафных броска, но и владение для хозяев, а значит, почти до конца половины они смогут атаковать. Ну, с этой позиции, наверное, не лучший ракурс для того, чтобы судить о степени нарушения. Здесь, мне кажется, все, кто может, уже смотрят в экран. На самом деле, очень интересно, как же там происходят дела. Со стороны уже какие-то люди пришли. Ну вот здесь тоже не лучший, наверное, эпизод. Смотрим мы, да, рука... Ну, вот арбитры, я сейчас думаю, будут... Главный их вопрос будет... Пытался ли Айзея Томас в мяч сыграть, или он просто наотмашь бил по рукам соперника. При первом варианте это будет обычный фол, а при втором будет неспортивный. Напомню, что если
два неспортивных фола или неспортивный фол технически, тогда автоматически игрок, вне зависимости от количества фолов, покидает игру, причем не просто покидает, то есть он не может сидеть на скамейке, он должен идти именно в раздевалку. Даже на трибунах сидеть не может. Ну и так, первая половина у нас добрых 45 минут уже тянется. Правда, слово «тянется», наверное, не лучшим образом отражает. Все-таки очень динамичный, классный баскетбол мы смотрим. И вот уж кто точно доволен, так это болельщики «Зеленогуры». Их команда, несмотря на статус аутсайдера в этом матче, андердога такого, если хотите, выдает... Так, судя по реакции трибун, все-таки неспортивный фол. Да, неспортивный фол Изея Кеннона был выписан. И два штрафных пробьет Тони Мейер. И еще атака будет у Зеленогур. Семен Авинов дает передачу Мейеру. Но Семену никто не запишет это как результативную передачу. Два из двух. Тони Мейер сегодня издали попал. И под кольцом классно работает. 51-36. По-прежнему разница в 15 очков. Если долгое время это было, разница держалась на отметке в 9. Сейчас хозяева отодвинули ее. Джекири перехватывает мяч и 15 секунд на ответ. Айзея Кеннон смотрит под ноги, бросает трехочковый, не забивает. Не, 7 секунд у него будет, это много времени. Я думаю, что снова будет трехочковая попытка. Нет, заходит внутрь. На Мейера, тот забивает, но... Но арбитры сразу показывают, что время истекло и мяч засчитан не будет. Если я не ошибаюсь, то Тони Мейер еще и левой рукой бросал, потому что своим телом уже находился за плоскостью щита. Так заканчивается первая половина матча регулярного чемпионата единой лиги ВТБ, в котором Зеленогура выигрывает, причем делает это уверенно на своей площадке у лидера чемпионата Уникса, который до этого всего 2 поражения в сезоне потерпел, а в это время 9 поражений и 1 победа всего лишь у хозяев. Вот так неожиданно становимся мы свидетелем пока лишь половинчатой сенсации. Посмотрим на вторую половину, как оно будет еще играть 2 четверти. Но то, что мы видим в первой части, это, конечно, уже относится... К удивлению большому, очень приятный сюрприз своим болельщикам устраивают игроки польского клуба. Самое время, наверное, поговорить, пока идут лучшие моменты первой половины. Есть возможность сказать и о статистике. Самый результативный игрок матча – это Марио Хизони. Он с 13 очками. И началось, да, он хорош в проходах. Но ни одной трехочковой из 2 попыток он не забил. И... Ну, а все остальное, в принципе, довольно сносно. 55% реализации. Я думаю, что со средней это, может быть, не лучшие его цифры, но все-таки такие рабочие. 72% с игры забивает Зеленогура. Это много. И это то, что позволяет им лидировать в счете. Ненадич из-за дуги по высокой траектории мяч отправлял. И здесь Уникс все-таки не без труда, но забирает мяч на подборе. Лоренцо Браун. На Айзея Кеннон тут много передач будет. Доходит мяч до Хизони. Айзея Кеннон в лоб сразу запускает. Сегодня у Айзеи далеко не лучший снайперский день. Ненадич форсировать здесь не стал.
Джозеф был абсолютно один. Это аут. Ненадич вывалился за пределы площадки, столкнувшись плечами с Айзея Кенноном. Разница в габаритах существенна. Кеннон такой баскетбольный малыш. Браун. Еще одного Брауна. Их два. И, наверное, по именам стоит называть каждого из игроков Уникса. Лоренцо Браун забивает со средней. Попутно что-то выговаривая арбитру. Это не точный бросок. И Лоренцо Браун подбирает. И теряет мяч. Джозеф что-то очень странное придумал. Помешал ему однозначно Браун, пробежав перед ним. И Джозеф не смог совладать. Это такой почти футбольный этюд от Марио Хизони. Он умеет играть с разными частями тела. И тут от ноги соперник отыгрался. Драгонапич получает мяч против Айзея Кеннона. Какую классную передачу он отдает на Брэмбли. Тот колотит сверху. 53-40. Зеленогура ничего так просто сегодня не отдаст. Они будут грызаться сейчас в каждый мяч. Они почувствовали, что могут выиграть. Айзея Кеннон прорывается под кольцо и не забивает. Как же здорово Айзея Кеннон все сделал. А здесь Драгонапич воспользовался тем, что Айзея Кеннон не вернулся в защиту. Очень быстро заграли лишнего и забили Марио Хизони. 2 плюс 1 и третий раз в матче он делает это. Геройствует. По-другому не скажешь Марио Хизони, но буквально не замечают этого гости, точнее хозяева, гости в белой форме. Марио Хизони бонусный штрафной забивает. Артем Камолов на паркете впервые в матче появляется. Ненадич. Зисковский на Апича, против него Камолов, и тот через Хизонию забивает сверху. Вау! Очень динамичный момент от Драгана Апича. Зисковский отзащищался против Брауна. Марио Хизони недоволен. Через него забили сверху. А давайте повтор все-таки нам покажут, может быть. И это было бы круто. Очень хочется посмотреть на момент с броском сверху от Драгана Апича. Я думаю, что в десятку лучших моментов тура единой лиги ВТБ он попадет очень легко. Тут ему дорога уже заказана. Думаю, прямо сейчас он туда и отправляется. Тони Мэйер, интересно, этот момент обсуждает сейчас с партнерами или нет? Хизони находит Джона Брауна. Браун находит передачей Джекири, но тот мяч не выловил. Она, передача была очень сильной и требовала максимальной удачи, наверное. Виноват, конечно, дающий в баскетболе. Это такое незыблемое баскетбольное правило. Но согласитесь, что Джекири здесь было очень сложно. Брэмбли.
Сейчас будет в посте обыгрывать Камолова. А ведь мог навесить на Апича, и тот бы сверху забил в одном прыжке. Может быть, это он и задумал, но получился бросок по кольцу. Джекири со средней не забил, подобрал сам. И вот с этой дистанции он уже максимально опасен и это демонстрирует. 57-45. За 5-45. Этот мяч засчитают. Как-то очень просто даются очки, порой хозяевам. Уникс сам страдает в нападении, но при этом в защите дает сопернику вот такие вот подарки. Ненадич просто разогнался и дошел до кольца. Тони Джекири площадку покидает. Андрей Воронцевич заменил его. Марио Хизони. Из-за дуги Марио не попадает. А ведь ему в конкурсе трехочковых еще участвовать. Там, конечно, будет не будет защитников. Хватается за голову Хизонья. Ему персональное замечание выписано. Семен Авинов предупреждает тренера Уникса о том, что такая реакция недопустима. Слишком бурно сейчас Марио реагировал на решение судей. Апич. Нарушение правил в защите. Это Джон Браун. Еще 14 секунд на атаку у хозяев будет. Зисковский мяч получает. Джозеф очень издалека. Хизони разгоняет на Лоренцо Брауна. Камолов один, и он должен забивать. Это его броски. Он такой признанный снайпер в единой лиге ВТБ, да и в сборной России. Мяч у Уникса остался. Лоренцо Браун из-за лицевой будет вводить. Андрей Бранцевич. Лоренцо Браун решается на бросок и не забивает. Тут Воронцевич и Камолов. Все-таки мяч в четыре руки забирает Марио Хизонья. На Воронцевича переводит Андрей. Мог бросать, но в фирменном стиле. Решил показать и пройти внутрь. Зисковский сфалил. Это будет непробивной фол. Третий командный для хозяев. Тони Мэйер по 21 номерам на площадке. Очень неплохо он вошел, и первая половина был максимально полезен. Ранцевич на Хизоне. Пронос мяча. Честно говоря, показалось тоже в динамике, что потерял уже владение, но потом продолжил. Марио. Немножко подзастыл счет на отметке 59-45. 4:28 осталось играть в третьей четверти. Я думаю, что хозяев здесь все устраивает.
Зисковский. Против него Воронцевич. Мазурчак. Джозеф против Камолова. Артем Цепко действует на периметре. Очередной трехочковый бросок, который не достиг цели. На этот раз Дэвид Брэмбли стал счастье. Джон Браун своей левой. Сквозняк запускает. Дэвид Джозеф просит сыграть шире. Джона Брауна он пытается раскачать. Зисковский заставляет мяч все-таки провалиться в кольцо. Очень опытный игрок Ярослав Зисковский. И этот опыт, конечно же, пригождается. Лоренцо Браун на линию штрафных сейчас встанет. Дело в том, что Тони Мейер на нем свалил. Жолнеревич на ваших экранах появляется на паркете. Лоренцо Браун не забивает штрафной. И посмотрите, эмоции на скамейке Уникса очень красноречивые сейчас. Тут, что называется, без комментариев. Второй в цель, конечно же, отправляет. Все-таки два раза подряд такие опытные игроки, как Лоренцо Браун, не промахиваются. Зисковский. Мазурчак обратно мяч получает. Зеленогура. Классную атаку. Еще одну проводит. Тони Мейер вновь оказывается один под кольцом и забивает из-под самой дырки. Айзея Кеннон против двоих соперников. И мяч проваливается. Это третий трехочковый для Уникса. 63-49. 14 очков разница в пользу Зеленогуры. Тони Мейер вновь один. И на этот раз левой рукой забивает. Марио Хизони сейчас мячом пробьет паркет уже. Настолько близок к тому, чтобы закипеть Андрей Воронцевич. И Уникс два подряд забивает. Неужели Уникс прорвет и гости смогут организовать погоню за счет трехочковых? Перехват от Уникса. Андрей Воронцевич не знает, что делать с мячом. Нашел Брауна. Тот нашел Кеннона. Это третья попытка. Но есть фол. Тони Мейер сфалил на Азея Кеннона. Оливер Виден так обменялся словами с Азея Кеннона. Очень по-доброму, с улыбками. Я думаю, что подбодрили друг друга. Лоренцо Браун протер пол. Только по-свойски взял швабру, подошел, протер. Вообще не тушуется, даже несмотря на то, что это не зал, не домашний зал. Азея Кеннон промахивается штрафной. Второй Азея Кеннон забивает, а будет ведь еще и третья попытка. Два из трех. Азея Кеннон забил. И минус 11.
по-прежнему двузначная разница в счете, но... Так, теперь протиранием полов занимается Прижемишлов Жолнеревич. Куда-то специально обученный человек делся. А вот мальчик с другой стороны площадки прибежал. Не знаю, может быть, более ответственные дела делал. Может быть, спасал кого-то. В атаке Зеленогура. Минута 50, в третьей четверти остается. Ненадич раскачал Узинского и издали не попадает. Воронцевич со средней. Андрей атакует на ближнюю дужку. Мяч приходится и прямо в руки Брауну, который забивает. И уже минус 9. Кажется, Уникс почувствовал запах крови. И здесь Андрей Воронцевич получает персональное замечание. Хотя в этот раз Андрей успел в защиту и... И хотел защищаться. Вот смотрите, провожает он. Ну и да, видимо, здесь вместе с мячом попало по руке. Два из двух. Мазурчак забивает. Минута 16 остается играть в третьей четверти. И плюс 11 для Зеленогуры. Айзея Кеннон. Лоренцо Браун абсолютно один остается и забивает трех очков. Так, ну у Уникса дело тронулось. Уникс нашел свой бросок. Не без труда сейчас переходят половину. Это был... Что была попытка данка? Если да, то очень... Очень странная попытка забить сверху, но там, по-моему, кто-то повреждение получил. Сейчас не видим мы за пределами телевизионных камер. Остается Айзея Кеннон. Вот он, по-моему, потерял контактную линзу в борьбе. И в 42 секунды остается играть в третьей четверти. Айзея Кеннона поменяли. А, нет, посмотрите, Айзея Кеннон на площадке. Он так уверенно шел. Андрей Воронцевич. Дмитрий Узинский мяч в руках не удержал. И снова неудачно Прижемислав Жолнеревич шел в проход. Сверху уже не нес, конечно же, как в прошлой атаке. Но и здесь левой рукой не забил. 10 секунд. Классный алиуп на Джона Брауна. Эта пара Браунов умеет играть красиво. Рывок сюда, рывок туда. Раскачал оппонента. И Лоренцо Браун устраивает коннекшн с Джоном Брауном, который колотит сверху. И вот такую точку ставит в третьей четверти. 67-61, по-прежнему преимущество хозяев, но уже всего 6 очков, а было 15.
Лучшие моменты третьей четверти на ваших экранах. Очень здорово. Хозяева начали вторую половину. И вот они, красивые моменты. Брэмбли колотит сверху, а это Драгонапич через Марио Хизонью ставит сверху. 16 очков на счету Марио Хизонью. Он по-прежнему самый результативный игрок в матче, но уже у Мейера 13, 14 у Драгона Апича и 8 подборов он еще добавил. Но и двойные цифры показывают 2 Брауна. У Джона Брауна 10 очков. И у его однофамильца Лоренцо Брауна 10 также. Очень полезно играют оба Брауна у Уникса, но Джон Браун 7 подборов уже собрал и 5 передач. Только посмотрите, насколько полезен этот парень в очках. Напомню, что не просто так очки для красоты он надевает. Мы разговаривали о том, как, почему именно этот аксессуар он выбрал. Спрашивал, почему не контактные линзы во время интервью, как только он приехал в Уникс. Он говорит, что один раз воткнули пальцем в глаз, и контактная линза оказалась за глазом. Было очень неприятно, и побаивается теперь он наносить. Дмитрий Узинский начинает, и посмотрите, Джон Браун отвоевывает этот мяч. Уникс настроен очень решительно, и сейчас Джон Браун будет снова сокращать разницу в счете с линии штрафных на этот раз. Небольшая пауза перед тем, как Джон Браун пробьет 2 штрафных. Первый в цель. А второй, смотрите, как подзакрутился в кольце и в результате кольцо выплюнул. Этот мяч по-другому не скажешь, но что делать, настоящая гостевая площадка, где броски гостей выплевываются, а хозяев, наоборот, залетают. От Тони Мейера мяч покидает пределы площадки. 67-62. 5 очков от 15 остается. У Уникса очень много времени. 5 очков по баскетбольным меркам отыгрываются за 10 минут легко. Лоренцо Браун. Язея Кеннон идет в проход. Бедная Зея, опять ему достается. По-моему, в стул оператор прилетел. Да, так и есть. Желаем Айзея здоровья, но вроде бы все в порядке. Конечно, столкновение неприятное, но посмотрите, как и насколько атлетично сложен этот защитник, поигравший в NBA в свое время. Очень неплохо действовал. Дружит со многими звездами NBA. Они частенько пишут ему там какие-то приятности в комментариях. Вот. Под фотографиями, которые он выкладывает. Забивает Айзея Кеннон и Зеленогура в атаке. Дисковский дает нам Мазурщак. Джозеф по высокой траектории забивает.
Это 2 очка будет, но очень-очень близко трехочковый было. Вновь много движений от игроков Уникса. Кэнон. Это был пас на Брауна, и Браун забивает. 69-65. 8 минут и 10 секунд еще играть в четвертой четверти. Кто знает, вдруг мы очередной овертайм увидим. Здесь очень легко обокрали. Дмитрий Узинский мог забить 2 плюс 1. Андрей Воронцевич сыграл в стеночку и вернул Дмитрию передачу. А Дмитрий там еще и классный показ сделал, заставив соперника выпрыгнуть и нарушить правила. Марио Хизони возвращается. Спокойно. Как будто в его венах течет кровь. Смешанная со льдом. Хотел сказать, просто течет лед, но... Нет, ничего человеческого ему не чуждо. Он эмоциональный, он живой, он веселый. И, в частности, вот мои коллеги много общались с Марио Хизони. Сделали несколько классных репортажей для тележурнала «Вида сверху». Несколько интервью с Марио Хизони. Он, конечно, подкупает его открытость в общении с журналистами. Он не только классный баскетболист, но и веселый парень. Драган Апич идет еще на один данк, но изменяет решение и забивает мяч. Здесь 2 очка важнее. Андрей Воронцевич с 8 метров. Его попытка. Дэвид Брэмбли на подборе. Очень важно сейчас дорожить мячом. Драган Апич уверен в своем броске. Но как же его забыли? Он же абсолютно один остался. А Драган Апич взрывается 4 очками подряд. И, если не ошибаюсь, обгоняет Марио Хизони по количеству набранных очков в матч. А Марио Хизони 16. Эта цифра не изменилась. А вот Драган Апич должен теперь иметь 18. Одного подбора Драгану Апичу не хватает для дабл-дабла. У него 9 подборов. Я думаю, что за 7 минут и 37 секунд Драган все-таки соберет недостающий ему подбор. Но вряд ли сейчас о дабл-дабле мечтает игрок Зеленогуры, который поиграл и в краснодарском «Локомотиве». Думаю, что все-таки... Все, что он делает сейчас, направлено для того, чтобы победить. Девять раз бросал со средней дистанции Драган Апич и 8 раз попал. Фантастический процент реализации 88. Дважды в 2 попытках был точен со штрафной. 9 подборов, 3 передачи и ни одной потери. Фантастический 29 в графе эффективности. Атака Уникс. Лоренцо Браун на Марио Хизони. Ну, первый же раз можно забить за матч. Марио. Лоренцо Браун находит Джона Брауна. Эта связка работает у Уникса. Мазурчак. Очень издалека решается на такую попытку. Не было продолжения атаки. Нужно было что-то делать. И Мазурчак забивает метров с 8,5, а то и 9. Джон Браун отвечает своим средним. Но на переднюю дужку приходится попытка. Включается на полную мощность арена. Всего лишь 1400 человек. Драган Апич здесь сбился с ритма и был неточен. Браун, что Лоренцо, не попадает. Серия промахов от игроков обеих команд.
меньше 6 минут играть в этом матче. И фол Лоренцо Браун получает. Айзея Кеннон уже готов кого-то менять. Дмитрий Узинский на скамеечку присаживается. Энди Мазурчак забивает важную трёху очень издалека. Это его первое попадание издали в матче. Вот он с мячом. И еще один алеуп на Драгана Апича. Драган колотит сверху двумя руками. Зеленогура живет и готова. Готова к сенсации. Марио Хизони идет в проход. Там тяжело. Айзея Кеннон мяч выловил. Время заканчивается. Айзея Кеннон перелетает оппонентов, но не забивает. Зеленогура хороша. Хороша в защите. Плюс 10. Вот это уже очень серьезно. Мазурчак находит Зисковский. Он абсолютно один, но не забивает. Ярослав. Лоренцо Браун. Марио Хизонья из-за дуги. Сегодня никак не может попасть Марио. Но важно будет, кто забьет последний мяч. Зисковский куда-то... А, на Драгана Апича он давал передачу, который входил, но кто-то успел перехватить, подставив ногу. Это... А вот это уже тайм-аут. Самое время поговорить. Потому что Велимир Пирасович наверняка есть, что ему сказать своим парням. До 5 очков сокращало отставание Уникс. Напомню, что было и 15 в большом перерыве. И к чести хозяев Зеленогура отодвинула соперника до 10. И вот сейчас посмотрите, какой же классный мяч забивает Драган Апич. Ну и Энди Мазурчак скрытую передачу, несмотря на Драгана Апича, отдал. Это настоящее баскетбольное пиршество, которое устраивают нам игроки Зеленогуры. Ну и, кстати, лучшие моменты всех матчей оперативно выкладываются в соцсетях Единой Лиги ВТБ. Вот сейчас уже можно найти момент, где Драган Апич колотит сверху через Марио Хизонью. Так что зайдите, посмотрите. А вот Драган Апич здесь отдает передачу на Зисковский, но Джон Браун ее прочитал. Снова Джон Браун. Сейчас все старается через него играть. 2 очка будут засчитаны. Нарушение правил тоже имело место быть. 2+1 для Джона Брауна. И он настоящий герой для Уникса последних минут. Драган Апич. Непонятно, то ли он извиняется, то ли он так не согласен. Но факт остается фактом. Ярослав Зисковский дает фол. Семьдесят восемь, семьдесят один. 3 очка в одной атаке Джон Браун забивает. И включается в работу с Ярославом Зисковским. Зисковский издали. На переднюю дужку приходится бросок. Марио Хизонья выловил мяч. И это тайм-аут уже от Зеленогуры. Очень быстро Уникс набирает 5 очков и сокращает отставание в счете до 5.
5. Несколько неудачных атак, несколько промахов для хозяев обернулись, наоборот, успешными атаками Уникса. И Джон Браун сначала набрал 2 плюс 1, а потом промах Ярослава Зисковски превратился в быстрый отрыв Марио Хизони, который забил в быстром отрыве из-под кольца. И у него теперь 18 очков, столько же, кстати, как и у Джона Брауна, у них по 18. Джон Браун с 9 подборами, 5 передачами. Очень близок к дабл-даблу. А вот дабл-дабл уже наработал и наиграл Драган Апич. У него 20 очков и 11 подборов. Хорошие цифры для лидеров Зеленогуры и Уникса. Ненатич. Он занимается выводом мяча. С ним работает Лоренцо Браун. Игроки Уникса очень плотно сейчас действуют. Лоренцо Браун заставляет Ненатича мяч потерять. И Айзея Кеннон будет бросать издали. И попадает Айзея. Очень важный трехочковый для Уникса. 3:35 еще играть. И всего лишь минус 2. Уникс вернулся. Уникс очень близко. Ненадич. Апич просит внизу. И Лоренцо Браун фолит. Это всего лишь второй командный фол. Нет, Тони Джекири получает персональный фол. По крайней мере, диктор в зале назвал его фамилию. Ну, как я уже сказал, всего 2 фола командных. Ненадич на Джозефа. Тот из-за дуги не попадает. И у Уникса есть шанс сравнять счет или выйти вперед. Кеннон. Его попытка, но Айзея не точен. 2:46 играть. 2 очка впереди Зеленогура. Ненадич! Не было подбора. Все игроки стояли по периметру. Естественно, мяч этот никто не забрал. Марио Хизони. Он на трехочковый пока не решается. Сегодня ни одной попытки Марио еще не забил из-за дуги. Лоренцо Брауна. Джон Браун сегодня все хорошо у него с броском. И он вновь попадает. Каков же Джон Браун, он из Барселоны, суперматч для себя провел, позволил своей команде выиграть в Евролиге. И сейчас главный герой Джозефа забыли одного, и тот не попадает. Меньше 2 минут остается играть. Абсолютно ровный счет, 78-78. Мяч засчитан не будет. Драган Апич фолит. Два броска будет пробивать Уникс. Лоренцо Браун уже на линии штрафных. Предбросковый ритуал. Забивает. Андрей Воронцевич настолько тихо в зале, что можно услышать, что же он говорит и что его партнеры не должны забыть.
Зисковский с мячом против Брауна. Перехватывает этот мяч. Зеленогура не может забить. И Уникс, конечно, сейчас очень качественную защиту показывает, которую на протяжении матча не было. Марио Хизоня никак не может попасть сегодня. Минута 10 остается играть в матче. Болельщики включаются. И это перехват. Это перехват. Будет просмотр, но предварительное решение арбитров, что мяч у Уникса. Брэмбли. Брэмбли негодует, разочарован. Но арбитры имеют возможность сейчас посмотреть. Если что, они изменят решение. Здесь никаких переживаний быть не должно. Но, честно говоря, показалось, что от игроков Зеленогоры действительно мяч ушел. Совещание игроков Зеленогоры. Дим Мазурчак. Сейчас Брэмбли с ним что-то выясняет. Ой, здесь действительно очень тяжелый будет момент понять, от кого ушел мяч. Тяжеловато. Посмотрите, обе руки. Удивительно, что тренер не разговаривает с игроками. Они тоже ждут решения, а игроки предоставлены сами себе. Они тут свои дела решают. Так, смотрим. Вот руки Айзеи Кеннона и Брэмбли. Вот они чуть ли не одновременно на мяче. Непростое сейчас суждение, непростой момент. Смотрим с этой камеры. Ну, честно говоря, даже вот в замедленном исполнении понять, кто был инициатором и от кого ушел мяч, по крайней мере, мне не представляется возможным, но давайте доверимся судьям, или у каждого будет свое мнение, никаких проблем. Задумчив Семен Авинов, российский судья, международная бригада, напомню. Да, эта пауза будет долгой, она уже продолжается значительное время, но от нее много чего зависит. Минус 2 очка для хозяев, и решается вопрос, чье же владение будет, продолжится ли владение хозяев, или Уникс отправится в свою атаку. Предварительное решение арбитров было отдать мяч игрокам Уникс. Болельщики в ожидании, они тоже ждут решения. Ну и, видимо, для того, чтобы снять стресс, такая более позитивная музыка. Нам раз за разом показывают момент, где Дэвид Брэмбли и Айзея Кен.
за мяч боролись, и вот никак не могут арбитры определить, от кого же именно ушел. Естественно, каждый игрок уверен, что от соперника. Мяч покинул пределы площадки. А вот судьям придется разбираться. Представляете, если бы каждый момент спорный арбитры вот так изучали. И просто представьте, насколько же сложно им принимать решения. И если даже с помощью вот нескольких камер и замедленных повторов они, ну, и мы тоже не можем понять, от кого же действительно ушел мяч. Пока есть время, давайте тогда поговорим о статистике и еще раз скажем, что Драган Апич, у него 4 фола, он пока на скамейке и появится на последних атаках. У него 12 подборов, 20 очков, хороший дабл-дабл, 3 передачи, он записал 9 из 11 мячей реализовал, 81% реализации. Хороший матч, супер матч проводит Драган Апич, но пока все переворачивается и не в пользу Зеленогуры, хотя 15 очков большому перерыву они вели. Энди Мазурчак 20 минут на паркете провел, 9 очков набрал, и помним мы его треху с метров 9. Да, мяч Униксу. Арбитры отдают, оставляют свое решение в силе. Сейчас очень важно для игроков Зеленогуры отбиться. Минута 0-4 еще играть. Несколько атак мы увидим. Каждая из них будет носить высокую цену. Лоренцо Браун с мячом. Останавливают его. И на Джона Брауна. На кого же еще? Он самый горячий игрок Уникса. Но не попадает. Но Джекири. Подбор нападений забирает. И еще одна атака. 9 секунд на атаку будет у Уникса. Мазурчак против Брауна. Тот трехочковый бросает. И Марио Хизония. Еще один подбор нападений берет. Времени все меньше и меньше. Марио Хизония сейчас будет сам решать. Идет в проход и не забивает. Но посмотрите. Джекири. Третий подбор для Уникса в этой атаке забирает. И на линию штрафного встанет. Этим подбором Тони Джекири, если не выиграет матч, то сделает большой шаг для того, чтобы Уникс одержал победу. Драган Апич возвращается на паркет. Он не принимал участие в последних атаках. У него 4 фола было. И такой затяжной последняя атака у них получилась. 3 раза они подобрали. Тони Джекири забивает. Это значит, что даже для овертайма сейчас нужен дальний бросок. Точный для хозяев. И Тони Джекири забивает и следующий бросок. Плюс 4 для Уникса. И тайм-аут Зеленогур. Уникс все-таки перевернул. Как бы тяжело не было гостям, Уникс перевернул этот матч. Проигрывая 15 очков, они вернулись. Сначала отодвинули разницу до 5, потом немножечко просели после стремительного рывка. Снова 10 очков стала разница. Проигрывал Уникс очень длительное время, но включившись в защите, все начало получаться и в нападении. Ну и, конечно, каков красавец Джон Браун, который вторую половину с утроенной энергией проводит и вообще забыл, что такое промахиваться.
Джекири, Кэнон, два Брауна и Марио Хизони. Это пятерка на последней атаке Уникса. Зисковский, Ненадич, Джозеф, Мазурчак и Мэй. Это пятерка хозяев. Зисковский, Мазурчак идет в проход, на нем фалит Лоренцо Браун, но имел шанс Мазурчак забить 2 плюс 1. Не попал. Вот здесь уже обошел Лоренцо Брауна. Но не попал. 13,4 секунды до конца матча. Мазурчак 10 очко для себя набирает. Я думаю, что будет ли он сейчас специально промахиваться или забьет и сразу свалят игроки Зеленогуры. Посмотрим. Бросает, попадает и, видимо, сейчас нужно быстро свалить. Да, Ненадич быстро принял Марио Хизонио. Напрыгнул буквально того. Всего лишь секунда прошла после ввода мяча в игру. И сейчас Марио Хизонио должен показать все свое хладнокровие, спокойствие и уверенность в своих силах. Промахивается Марио, оставляя шанс хозяевам. Ну, они, справедливости ради, давайте скажем, что они его заслужили. Очень важная попытка, еще одна. Марио забивает. Плюс 3 для Уникса. Еще один тайм-аут для хозяев. Не можем мы слышать, к сожалению, о том, о чем сейчас говорит главный тренер Зеленогуры Оливер Видин. Но я думаю, что мы через некоторое время мы точно увидим, что же он объяснял. И, скорее всего, будет попытка дальнего броска на овертайм. И просто интересно, кто будет ее исполнять. Закончился тайм-аут, и игроки появляются на паркете, пока мы не знаем, кто будет бросать. Трехочковый, но почему-то кажется, что, наверное, внимание Ненадич. Этой, не знаю уж, участи или чего уготовано, но давайте посмотрим. Мэйр бросает из-за дуги, не попадает, есть еще один шанс. Джозеф, Ненадич из-за дуги, снова мимо, не долетает мяч. И это уже все, два раза игроки Зеленогуры имели шанс сравнять счет и перевести матч в овертайм. 2 секунды остается, но перед тем, как мяч игроки получат, игроки Зеленогуры получат, игроки Уникса пробьют 2 штрафных. Предположил я о том, что Ненадич будет бросать
трехочковый после тайм-аута, но был неправ. Все-таки Оливер Видин Тони Мейер на бросок выводил. В этом матче попадал издали. И, в принципе, большой игрок, который умеет бросать из-за дуги. Тони Джекири сегодня важную роль сыграл. Такой незаметный герой, подчищал подбор. Ну и вспомним последние атаки, как два подбора в нападении он выиграл. Два из двух забивает и плюс 5 у Уникса. Заканчивается матч со счетом 85-80. Уникс одерживает победу над Зеленогорой в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Уникс остается на первом месте, но как он побеждает, это, конечно, отдельная песня. И давайте скажем спасибо вместе с болельщиками Зеленогоры, их команде. Поляки действительно показали качественный баскетбол. Плюс 15 вели после первой половины. Действовали агрессивно, но все-таки команда уровня Евролиги, коей является Уникс, смогла найти дополнительные резервы, дополнительную энергию и одержала победу, перевернув матч. Поэтому поздравляем Уникс, но и говорим спасибо Зеленогоре. Это был классный матч, и комментировал для вас Марат Арасланов. Я же с вами прощаюсь. Смотрите матчи Единой лиги ВТБ. Баскетбол всегда будет лучшей игрой с мячом.